еще разные дела инструменты. Вот есть подобная там, японская система секухати. Или вот такие восточные. Это скруга, например. Вот. Вещь. А были еще изделия, ну, лифтом. Находится в заповедной зоне. Ну и туда доступ как бы, ну, закрыт, скажем так. На Карадаге было много камней в свое время. Сердолик, хрусталь попадается. Пошло. Не могу теперь остановиться. А сколько вы занимаетесь? Ну, где-то 4 года. 4 года, да. 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 Как вас зовут? Галина. Галина, меня Сергей, очень приятно. Приятно. Да. Скажите мне по ценам, что как вообще? А, вот я вижу, тут написано там 1500. Да, вот это самая дорогая, это 1500. Очень вот такие 850 стоят, вот такие 850. Вот такие... 600 это такие грудики, сейчас очень модно, с натуральным мхом. Это натуральный стабилизированный мох, его стабилизируют. Здесь так коротко, что надо пользоваться всеми привилегиями. Просто посмотреть хочу.